23 сентября 2014 года на Казанском льду сразились легенды мирового хоккея и ветераны Акбарса. Во Дворце спорта состоялся благотворительный матч «Легенды хоккея», в котором друг другу противостояли команды «Звезды мирового хоккея» и «Ветераны хоккея». В составе последней на лед вышел и президент Татарстана Рустам Миниханов. Для участия в благотворительном хоккейном матче в Казань прибыли такие звезды прошлого российского и зарубежного хоккея, как Скотт Макферсон, Андрей Коваленко, Алексей Яшин. В составе команды ветераны хоккея на лед вышли бывшие игроки казанского Акбарса, по-прежнему играющие в качестве любителей. По окончании поединка был зафиксирован ничейный счет 5-5, и соперники определили победителя в серии после матчевых штрафных бросков, сильнее в которых были звезды мирового хоккея.